Но в любом случае, ведь Путин контролирует очень жестко ситуацию в России. И даже если он проиграет, я думаю, что при таком контроле над элитами, при таком контроле над пропагандой, он это может представить как, ну, если не победу, то акт доброй воли. Очень в таком стиле. Так что радикальных перемен я бы сейчас вот в любом случае не стал ждать. Он может удержать власть даже в случае поражения.